Итак, снова здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Resident Evil под номером 1. Я вот вышла вот из той вот комнаты, из лазарета. Я вспомнила внезапно, что у нас вообще-то были, помните, два шкафа. Мы их не отодвинули до сих пор. И за ними кого-то что-то было. За ними стопудово что-то было, потому что тогда бы их нельзя было отодвинуть. Поэтому давайте бежим обратно. Теперь дай-то ж бог найти выход отсюда, из этого особняка. Я уже не помню, где этот выход в сад был. Хотя нет, вспомнила. Нормально. В общем, сейчас пойдем туда, отодвинем эти шкафы, потому что у меня больше версий вообще нету. Что делать? Так, зря я побежала в обход. Ладно. Давай. Угу. Это вот какой-то... По-моему... Подожди. Таки нам, по-моему, туда. Ладно, будем надеяться, что я правильно запомнила дорогу. Да-да-да, мы здесь как раз проходили, все-все-все замечательно. Бежим обратно. И вот эта анимация двери, я не знаю. Не то чтобы она меня раздражала, но она как-то время занимает, она еще такая долгая какая-то. Не, чтобы просто как бы так, не знаю, перенесли бы и все. Так, кстати, у нас тут что-то открылось, по-моему. Угу. Да-да-да, это ведет туда, вот на улицу, там, где собачки были, там трава была. Я запоминаю только места, где была трава. Все. Так, я хоть туда иду сейчас. Ой, кламаны. А где я сейчас вообще? Да. Вперед. Вперед, Джилл! Мне вот интересно, на самом деле, учитывая все вот эти затупы, сколько серий нам понадобится, чтобы пройти эту игру? Я не знаю, сколько серий у нас уйдет потом на вторую часть. Ура, отлично, бежим. Все, я думаю, все-таки в особняке нам пока делать нечего. Вот знаете, хотя странно, я вообще, если кто-то так давно или просто внимательно очень следит за тем, как бы, что я говорю, если кто-то посмотрел какие-то определенные серии, попал так. А, в общем, те... Так, там трава. А, в общем, те уже знают то, что... Я ненавижу, когда гоняют по одним и тем же локациям. Вот просто у меня мозг взрывается. Еще трава. Синяя, по-моему, да? Скомбинируем. Я, кстати, так и забыла посмотреть, что эта синяя трава нам дает. А, и под видео в комментариях не пишите, пожалуйста, потому что это видео вы увидите намного позже, после того, как я в нем буду вот здесь бегать. Скорее всего, это видео увидите уже... О, господи, это же бог памяти, сейчас я вам даже скажу. Короче, вот сейчас у нас 6 сентября. Вы это увидите вот со следующей недели. Это видео. То есть вот эта вот неделя с 6 сентября. А вы увидите только на следующей. Так что, пожалуйста, не пишите в комментариях. Скорее всего, к тому времени я уже все посмотрю сама. И к тому времени, скорее всего, я уже пойму, что куда делать. И у меня уже будут записаны другие серии. Поэтому... Поэтому вот. Вы это видео даже увидите в середине следующей недели. Ну, для вас это уже как бы не следующее, а вот это. Потому что вы уже все. В общем, короче, не буду вас путать. А то я сейчас сама запутаюсь. Бежали. Короче, в среду вы это увидите. Во, я вспомнила свой график. Среда это будет, по-моему.
Так, где там у нас был коридорчик со шкафами? Не помню. Подожди-ка. По-моему, знаете, вот там вот впереди. Там, где статуйка и трава. Трава, 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 трава. Ой, я забыла скинуть. У нас же вон всякого. Надо скинуть обязательно. Так, давай. Все-таки, черт возьми, постоянно забываю. Я просто, когда играю, думаю, то, что вот, надо посмотреть, что за синяя трава. К концу серии я уже вообще напрочь об этом забываю. А, и когда я в следующий раз сажусь играть, я вообще об этом, естественно, тоже не думаю ни разу вообще. И, в общем, не знаю. Надо записать себе что-нибудь. Что ли? Что-нибудь. Короче, ладно. Идем в комнату со шкафами. Я надеюсь, я в верном направлении иду. По-моему, да. Бежим, Джилл. Давай, ты сможешь. Ядрить-то колотить. Вот это та комната. Нет, не она, черт. Это та большая. Да-да-да. Нафиг назад. Назад! Три часа ночи, кстати, на дворе. Это моя вторая серия подряд. Господи. Как удобно, 6 числа делаешь, и у тебя следующая неделя уже полностью готова. Как прекрасно жить с графиком. Во-во-во, точно. Ну-ка. Ух ты, ядрит, колотит, что-то я делаю. Ой, там что-то, смотрите, там что-то есть. Ну-ка, подожди. Ой, по-моему, это лестница, да? Ну, давай, двигай вперед, ты ёкломанная. Или что с тобой сделать надо? Подожди. Не соображу что-то. Не-не, подожди. Мне кажется, надо вот так как-то сдвинуть. Ага. Эй-эй-эй! Это лестница, ты спустишься? Ну, естественно, я спущусь. Как будто бы у меня есть выбор на самом-то деле. Музыка странная заиграла. Давайте сохранимся. Что-то как-то мне очково. Ну что, подходи по одному. Плохая идея. Вернемся. Там, по-моему, здесь еще что-то есть. Или это так просто тень? Его двигать, да, можно? А что в нем? Ничего? Раз можно двигать, будем двигать. Правда, я не понимаю, зачем. Давайте тогда вперед пока пройдем. Ага! Все, понял. Угу. Надо мостик, короче, себе построить, я поняла. Вот, и вот тот третий, давай. А как мы вот так от стены отодвинем? Интересно будет на это посмотреть. Я чувствую, я тут застряну. Потому что я не знаю, как ящики от стены отодвигать. Вы знаете? Я нет. Как-нибудь взяться за тебя нельзя? Вот как? Объясните мне. Ладно. А может, не надо его двигать? Потому что этот реально какой-то... Может, просто прыгнем? Нет? Господи, Джилл, какая-то немощная. Ладно, давайте сбегаем туда и обратно, чтобы у нас отреспаунился этот. А, все, поняла. Все. Да, я хочу подняться. Надо его вот в другую сторону отодвинуть, потом отодвинуть от стены. Все. Да, я спущусь.
Все хорошо сейчас будет. Музыка какая-то такая подозрительная очень. Где Крис, блин? Где все? Оставили бедную женщину одну. Ой, не в ту сторону. Да ей так колотить. Можно было, конечно, не туда-сюда по лестнице не ходить, но просто двигать его вот в эту сторону как-то очень долго это было бы. Я надеюсь, его... Ага. Вот теперь к той стене прям вплотную. Чтоб мы потом зайти в случае чего смогли. Все, понеслась. Это будет долго. Я пока попью, наверное, тогда. Давай, Джилл. Я верю в тебя. Ой. Ой, хорошо. Нет, плохая идея. Здесь вообще опасно придвигать предметы вплотно к стене, но благо тут я знаю, что здесь надо сделать. Так, зомбари. Давайте сохранимся. Это, по-моему, моя коронная фраза уже, да? Как уже подстёбывались надо мной. А чё это тут так черным черно-то все? О, прекрасно! Вот только воды мне тут и не хватало. Не зря там трава лежала. О, ядрить, колотить. Давайте сохранимся. Чё-то как-то мне вообще нехорошо. Куда побежим? Какая-то лаборатория, амбрелла, блин. Сейчас рыбы какие-нибудь, убийцы, я не знаю. Вот эта вот хрень за стеклом мне вот черная. Не радует. Что ты? Кто ты? Я не знаю, что. Ядрить, колотить, акула. Они пошли бы вы в задницу, а? Акулы, мать их! Прям... Ой, я там дверь вижу. Ой, я еще дверь... А, это она и есть. Ладно, сейчас пробежимся по кругу. Я чувствую, здесь нет смысла. О, еще одна дверь. Ну-ка, ну-ка. Ты меня пустишь сюда? Закрыта печаль. Тут нет скважины. Хреново. А это? Ты применил? О, отлично. Слушайте, давайте загрузимся тогда. Я не хочу просто патроны тратить. Ну нафиг. Побежим сразу туда. У нас, кстати, здесь еще дверь есть. Давайте сперва тогда сюда. О, пустили. Хорошо. Уж лучше зомби, чем акулы. Что-то как-то зря я, наверное, это сказала, правда? Сейчас здесь акула какая-нибудь мега-мега-мега. А, вот это. А, это тот самый подвал, о котором мы читали, помните? А вот эти ветви, которые растения в подвале, помните? Ой, я что-то боюсь, я подойду к ним, и они меня ужалят, или что-нибудь такое с ними будет. Что-то там лежит. Ну-ка, ну-ка. Там дверь, по-моему, за этими ветвями. Ну-ка, иди-ка сюда. Хотя, похоже, это корень. Ну да, дерево какое-то выросло там. Видимо, надо корни будет потом отравить, когда мы там... На столе ничего нету? Нет. Это вот... Мне понравился вот этот вариант. Кто-то разлил резервуар, и теперь... Типа весь этаж под водой. Или имелось в виду то, что резервуар это вот эта вот хрень. Аквариум вот этот огромный с акулами. Идиот! Что-то мне это не радует. А до этого заставки не было. Бесполезен. Бросит? Ну нафига он, раз он бесполезен. Открой дверь мне. Мне заставки здесь очень редко. О. Это хрень для откачки воды, правда, правда, правда? Что-то как-то мне не нравится этот акцент на вот этом вот. Что-то как-то мне терзают сомнения.
Это рычаг, ты нажмешь? Че, у меня выбор есть. Откачивайся, вода. Ура! Вода откачивается. Сейчас что-то будет, по-моему. Слава богу, мы больше не будем с акулами дело иметь. Тут точно ничего, это как-то так. А там что за кнопочка? Ой-ой-ой, смотрите-ка. Ага, все, вижу, вижу. Ну давай, давай, я же видела, там дверь такая юзабельная. Смотрите, вот видите? Вон, вон. Вон. Как бы тебе так... Тебе же можно открыть, я знаю. Ничего важного. А это что за кнопка? Это кнопка, ты нажмешь. Из соседней комнаты слышны какие-то звуки. А, мы двери тут открыли. Которые, помните, закрыты без замочной скважины. Видимо, нам туда. Акулы теперь плавать не будут за нами, я надеюсь. Или это мы воду только там? Ты что, теперь побежишь, что ли, на меня? Давайте сохранимся, пойдем посмотрим, как она брыкается. Да вдруг она реально ходит там уже. Не знаю, эволюционировала или еще что-то с ней случилось. Вот, вот тут где-то прям. Умирайте, умирайте, давайте. В мучениях, пожалуйста. Столько мне проблем доставили. Сейчас какие-нибудь зомби будут или еще кто-нибудь ученые какие-нибудь, которые здесь подохли. Склад. Дейнджер. Вот это дейнджер меня... Слушайте, а хорошая серия получается, правда? Заставочки уже пошли, смотрите. Блин, какая все-таки классная игра на самом деле. Там кто-то... Все не мокрые, не нужны. Какие-то там школьники писали неадекватные. То есть, господи, в какое дерьмо играет? Ну, я поржала. Думаю, ладно. Все не мокрые. А что это там блестит-то? Ключик? Ключик? Да. Да-да-да-да-да. Ключ спальни. Я даже... Даже ключ спальни? Какой спальни? Какой именно? Ничего важного. Я, кажется, знаю. Спальня 003. Помните, там, где пчелы летали, там дверь была закрыта одна? Тут точно больше ничего. Вот там что-то лежит, я вижу. Дробовик? Слушайте, что-то как-то не дают нам очень много патронов-то. Мне это, конечно, радует, но как-то при этом не очень. Все, мы тут точно все взяли? Ничего больше нигде не блестит? Ну хорошо. Поверю вам на слово. Плодотворная серия, смотрите, здорово как. Давайте пойдем туда, а то они нас там... Может тут заодно что-то есть, может тут не ходили. Так вам и надо. Умирайте, умирайте. Я, конечно, понимаю, что это обычные рыбы, они как бы... Я все понимаю, но... Я жить хочу. Угу. Сейчас пойдем еще за одну травушку скинем. Да-да-да, я возьму. Ти-тири-ти-тири. Все, бежим. Отлично. Слушайте, хорошо справляемся, по-моему. В прошлой серии мы просто так ходили, не знали, что делать. Просто забыла я про эти шкафы вообще в упор. Бывает. Ну что поделаешь. Зато, смотрите, справилась в этой серии. И что-то мне так сейчас прям такое интересно. Я, наверное, на 2 недели вперед запишу серий. Потом буду дурью маяться. У меня есть идея. Вот моя травушка-муравушка. Да-да-да, берем. Побежали. Так, где там моя мега-классная комната с ящиком? Ой.
Все-таки действительно, когда играешь для прохождения, для канала, играется как-то лучше в том плане, что не лентяйничаешь. А когда для себя, так думаешь, ай, ну ладно, я как-нибудь потом завтра, сейчас что-то неохота. И в итоге так можешь просто проморгать, прощелкать всю игру. У меня так уже было. А как для канала играешь, уж как-то и ответственность, и все дела. Там еще одна трава была, но я думаю... Мы когда за ней сходим, сейчас или потом? Давайте сейчас, чтобы потом не бегать, действительно. Лучше сейчас все сделаем по-быстренькому. Или траву себе оставим, вдруг нас тяпнут за мягкое место. Хотя нас уже давно не кусал никто. Хотя, я думаю, это... Ненадолго такая ситуация. Скоро, кажется, босс будет, вот это растение. Так, ладно. Ладно, давайте пока не будем, действительно, убирать ее. Сходим, откроем дверь, посмотрим, что там. Да, вдруг там три зомби будет, поэтому как бы... Я, конечно, понимаю, дробовик, все дела, но... Вот от этой двери. Да-да-да. Давайте сохранимся. Сейф один. Понеслась. Ключ больше не нужен, я так и знала. Да, бросить, нафига он нам. Открывай. Ну что? Кто ты? Где ты? Так, я вроде ничего не слышу. У нас, в принципе, дробовика много. Я не думаю, что стоит на пистолетный пока переходить. Что у нас тут? Я понимаю, что здесь ванная, но интересно, зомби тут будет? Я не знаю, пистолетки или что? Пистолетных просто больше. Раз, два, три, четыре. Он еще жив, скотина. Вроде бы. Да. Хитрожопый. Что-то такое живучее-то. Вот теперь нет. Не зря, не зря. Я ж... Слушайте, хорошо, справляемся, по-моему. Смотрите, как в таком узком помещении с пистолета убить зомби и даже ни разу не быть укушенной, это просто, по-моему, шедеврально. Да, я очень скромная, я знаю. О, огонь, это явно для битвы с этим растением. Мы же с ним стопудово будем драться, правда? Про него бы тогда ничего так много не говорили. Внутри много пыли, полотенце очень грязное. А это про ванну она говорила. Грубо говоря, мы здесь нашли только для базуки. Ну, базука тоже хорошо. Я считаю, сколько там, 7 патронов, 8 пистолета взамен на 6 огненных от базуки. Это очень хорошо. Что-то не нравится мне это место. Здесь зомби какой-нибудь стоит, прям вот. Так, я вижу книжку. Которую надо быть точно. Ряд красных книг. Здесь одна белая книга. А-а-а, вот, отчет. Как я отмечал в последнем отчете, в клетках растений, зараженных вирусом тиран, найдены схожие свойства. Во время экспериментов нам также удалось найти другую интересную особенность. Мы обнаружили элемент, который уничтожает клетки этих растений в химикате серии БВП, БВП номер 16, который мы использовали для данного эксперимента. Мы назвали этот БВП номер 16 «Вэдолт». По нашим подсчетам, если мы введем «Вэдолт» прямо в корень растения 42, он уничтожит его в течение 5 секунд. Чтобы создать водолд... Ага, все понятно. Необходимо смешать определенные химикаты серии БВП. Но химикаты данной серии могут вырабатывать ядовитый газ, который может повредить кожный покров тела человека. При работе с данными химикатами следует соблюдать меры повышенной осторожности. Далее указаны типы химикатов серии БВП и их краткая характеристика. Это нам нужно будет, короче, нахимичить. Сейчас я это все запишу, наверное. Куда бы тебя записать, то успею. Я уж все бумажки списала всем, чем могла. Ни одна бумажка на все случаи жизни просто. Номер два. Это у нас красный.
ХП 003. А почему фиолетовый рядом тут же написано? Или 003 это фиолетовый? Вот это ХП. Как это хренатень. А там что? А, там выход. Номер 4. Зеленый. Забыла уже, как писать надо. Номер 7. Белый. Типа вода. Номер 13. Синий. Усиление запаха. Нам вроде синий не нужен. В Adult. Какая хрень, по-моему. Номер 16. Коричневый. Чувствую, это надолго. Отсчет в Adult заполнен. Теперь одной книги нет. Я даже знаю, какую нам сюда нужно будет воткнуть. А там что? Ничего? Ну, двигай уж. Я же знаю, что можно подвинуть. Не обманывай меня. Почему она не хочет двигать? Не хочет вообще в упор. Зараза. А там, небось, дверь. Магичка, отлично. Чё там? Чё там? Ленточка опять? Возьмешь? Нет. Я хочу этот шкаф отодвинуть. Какого хрена? Двигай шкаф, Джилл. Я не знаю, может она с дробовиком не может его подвинуть? Это бред, по-моему. Зараза, что ты не двигаешься? Двигайся, чёрт тебе дери. Ладно. Давайте тогда пока сходим за книгой. Раз уж такие дела. Слушай, все поняла. Нам надо книгу воткнуть, чтобы шкаф отодвинулся. Идиотка. Что-то как-то не сообразила. Ладно, сейчас все будет. Сейчас все будет. А там внизу, небось, какая-нибудь лаборатория, что-нибудь такое. Туда надо будет банки принести. Господи, боже мой. Ну, я чувствую, я уже знаю, чем мы будем в следующей серии заниматься. Ладно. Ну ладно, зато мы, по крайней мере, знаем, что делать. Уже хорошо. Это лучше, чем когда бегать и не знать, куда ткнуться. Так, стоп, я вот хочу тебя положить. Базука. В принципе, ты нам пока не нужна. Оставим тебя на босса. Вот книжечку возьмем. А чувствую, я базуку буду именно на боссов держать. Потому что сейчас патронов дают много, а врагов мало. Сейчас добежим тогда. У нас как раз серия заканчивается уже. Побежали, 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 давай. Тин-тин-тин-тин. Стоп. Пробежала дверь. Ручка, кстати, какая-то такая крупная. Не знаю, может, это ракурс такой. Ой, зря я, по-моему, банки, да, стаскала, потому что если там внизу лаборатория, банки были бы здесь ближе. Ну ладно. Ну, как тебе сказать? Я же говорю, дверь будет. Слишком уж крупный шкаф. Там будут зомбари, нет? Давайте сохранимся.
Ну, чё? Опять закрыто? Дверь не открыта. Какая? Дверь вошла. Чё-то как-то я не ожидала. Я чё-то как-то вообще не ожидала. Откровенно говоря. А эту тварь убить надо будет, да? Ой, осы сейчас налетят, черт. Блин. Слушайте, что-то как-то... Мне это не радует. Ладно. Хорошо. Challenge accepted. В общем, ладно, пойдем в следующую серию мочить босса, я так понимаю, хотя это, по-моему, бред, потому что его мы не сможем замочить, потому что надо его химикатами замочить, правильно ведь? Или химикатами надо будет убить только вот эти корни, чтобы дверь нам открыть внизу. Да, скорее всего, а так придется, по-моему, валить босса. Ядрить-то колотить, а? С пистолетом, мне кажется, его будет глупо, да? В общем, ладно. В следующей серии выясним. Я за кадром еще попробую как-то просто проверить. Может, там дверь какая-нибудь за ним была. А я просто перепугалась, убежала. В общем, не знаю, посмотрим. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, если вы здесь так проходом. Оставайтесь с нами. С вами была Севен. Всего хорошего, удачи и пока-пока.